это Тань Матань и Димасик. Да, Димасик? Да. Как только я за камеру, он сразу на ручки. Я сегодня расскажу про группу, где я обычно беру материал. Обычно у меня происходит следующим образом. Мы какое-то занятие проводим, и мне пишут, а где вы взяли, мы хотим такое же, и рекомендую. Поэтому сегодняшнее занятие я начинаю наоборот. Я говорю, где мы взяли, как мы подготовились к выходным, да? Да. Длинные выходные. Мы вместе с Димой выбирали. Дима выбирал? Да. Группа называется «Подсолнух». Они очень много хорошо выкладывают материалы. И мы часто туда заглядываем. Вот Дима выбрал паровозик вот такой. Сейчас я вам покажу. И трактор, и машинку, и велосипед. Да, это все он сам выбрал. То есть мы уже переходим на второй десяток. И здесь, как видите, 10, 20, 30, 40. То есть мы будем уже, мы играли уже. Нам понравилось так вот разрезать, а потом склеивать, да? И мы сейчас сами будем делать. И в этот раз вот я накачала вот таких обводилок. Видите? Опа! Побежал. Держи. 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 Спасибо. Да, и уже пока вот я готовилась к камере, он уже чуть-чуть на камеру снимать, он чуть-чуть отрезал. Вот. И скорую помощь мы же пожелали. Поэтому, да, я буду теперь учитывать ваши замечания. И там, где я беру материалы, именно говорить в видео и оставлять. Потому что у меня случился такой казус. Я вот эти вот занятия вот по вот этим играм показывала. И не могу найти, где сама взяла. Представляете? Поэтому я вот сейчас их отсканирую. У меня вот два листочка осталось. Один мы изрезали. И тоже с вами поделюсь, как и обещала. Так что Тань-Матань мы будем сейчас заниматься. Оставайтесь со мной. Потому что не так много групп, которые размещают материал. У меня прямо их вот несколько. И вот для каждой группы я решила, ну я вот делаю обзор книг. Да, допустим. Да. Да. А, подписывайтесь, ты говоришь. Подожди, это еще ты рано говоришь. Вот. И я решила, что... Ну, почему группа недостойна там обзора так же, как и книга? Там очень много материала. Заглядывайте, смотрите. И вот можно найти на любые темы. Распечатать самому, потому что, ну, не все возможно купить. И иногда вот нужно, вот прямо сейчас, когда ребенку приспичило, вы же не побежите в магазин. Поэтому пользуйтесь вот интернетом, по мере возможности, насколько это возможно. И спасибо тем людям, которые делятся материалами. И я тоже стараюсь делиться материалами, чтобы это было... Подписывайтесь на канал, лайки и ставьте лайки. Вот. Поэтому я тоже делюсь. И очень хорошо, что вот много материалов в бесплатной форме. Так что заглядывайте в группу «Подсолнух». Я оставлю ссылочку внизу в инфобоксе. Это действительно хорошая, интересная группа. Я очень много оттуда черпаю. И они вот позволяют там качать и в виде фотографий, в виде файлов выкладывают очень интересные, развивающие материалы. Если у вас есть какие-то для меня ссылочки, но вы всегда со мной делитесь и можете мне еще прислать, я погляжу. И если у меня вам понравилось вот в таком формате, я еще про другие группы расскажу, где я еще беру материал. Всем пока, ну давайте играть. Подписывайтесь на канал Лаки и ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Тани Матани. Лаки — это канал моего старшего. Ну, Диме так нравится название. Лаки, ставьте лайки, да? Да. Мы пока на канале Тани Матани и играете вместе с Димой. Ваш велосипед разноцветный? Да. Да, разноцветный. Кружочки. Вот так вот. Старайся попадать, да? Вот как ты стараешься, молодец. Чтобы все у тебя в контурах. Внутри черненького было, да. Крыло у велосипеда. Мне тоже прикрепить к велосипеду крыло. Угу. Можно сказать, крыло ему тоже надо, как у Кости. Вырезаем, давай. Так, давай, я, знаешь, можно я чуть-чуть тебе помогу, потому что мама не сделала квадрат. Можно? Можно. Тогда тебе будет удобно вырезать, хорошо? Так. Ну, давай, вот так. 50 теперь даже. Это скорая помощь. Да, скорая помощь. У меня красный крест. Угу. Так.
видишь, как ровненько. Молодец. О, откладываем. 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 Угу. Что еще последнее осталось? Так, вот. 60. Самому нравится? Да. Молодец. Приклеиваем. Так. Теперь следующую полосочку мажем клеем. Мам. Да. Ну вот так вот мы играем. Не мешай мне клеить. Ты мешаешь мне. Я? Ну прости, пожалуйста. Вот так. Теперь нужно следующую найти 40. Где она 40? Вот она. Найди 40. Да, вот 40. Вот так. Это 40-0. Да, 40-0. И у нас, видишь, шина получается, да, правнее выравнивай. Это колесо, Миша. В общем, мы будем дальше клеить. Всем пока. Это Таня Матаня. Играйте, видите, как ребенку интересно. Играть во все. Мам, да? Дай я покажу. Хорошо, что мы подготовили, да, машину. А то чем бы мы занимались? Все, всем пока. Что тебе показать? Как ты получился? Сейчас покажу. Я паровоз хочу. Сейчас доделаем машину, будем делать паровоз.